Первый слой стихи я писал под псевдонимом отца Цадаса. Но однажды горец мне сказал, он знал, что отец стихи пишет, привык к этому, но он не знал, что я пишу стихи, говорил: «Слушай, Расул, что с твоим отцом случился? Раньше он так хорошо, так доступно, так понятно писал, а сейчас вот я пять-шесть раз читаю последний стих отца, ничего не могу понять». Но тогда я решил не позорить отца, взял себе фамилию, его имя, с тех пор я стал Расул Гамзату, так писал стихи.